Всем привет, ребята. Хочу вам рассказать историю, которая началась несколько дней назад. На Озон я нашел телевизор у одного китайского, ну, судя по названию, китайского гражданина, там какой-то ли-ли-ли, тули-пули. Значит, телевизор с Яндекс.ТВ стоил 11, по-моему, 700. Я, естественно, его покупаю и кидаю в чат, в наш общий, говорю: опасно, смотрите сами, не хотите — не покупайте, я купил. Ладно, тут после прошло какое-то время, люди мне пишут, говорят: мы не можем купить, в наш регион не отправляется. Ну ладно, думаю, значит, мне одному повезло. И вот сейчас вы видите справа внизу, вот у нас переписочка идет. Я тут пишу, как мои данные попали к посторонним людям. Я засужу вас. Ну, не знаю, насчет засужу, конечно, мне лень идти куда-то в прокуратуру или куда-то еще писать заявление. Может быть, удаленно напишу, ну, посмотрим. Да, кстати, жалко, что в чат нельзя искренние слова писать, которые, ну, прям на душе лежат. И так история продолжается дальше. Значит, заказ... А, деньги были уплачены, естественно, все нормально. А потом, вот пишут они сегодня. Сегодня у нас в углу дата 23.03. Видно там дату, наверное? Ну, наверное, да, 23.03. То есть, а 21 числа, по-моему, было куплено. Ну да, мне кажется, 21 или 20. То есть сегодня утром они написали, что деньги отправили. На самом деле деньги пришли гораздо раньше. Деньги пришли как бы от почату, я еще потом посмотрю. А почату я посмотрю сейчас. Да? То есть вот я пишу. Такого исхода даже я не ожидал. Пришло смс со ссылкой. Открыл в браузере чат. Остальное видно на скринах. Теперь нужно думать, зачем мне этот телевизор. Итак, давайте посмотрим. А, это скрины из этого, из чата, в котором я переписывался. Да, то есть вот они пишут мне, может пойти такая карта, может такая. То есть... сейчас отправим, оформим заказ и отправим вам на электронную почту. Это было в СМС. Потом мне на почту пришло вот такое письмо, в котором было: срок хранения 5 дней, к оплате 10 200. Я еще пишу людям, говорю: вот смотрите, 25 стоит телевизор, а мне его отправляют. И обратите внимание, когда я прохожу по ссылке, вот пишется адрес: ozon.id903.ru/by-din-din-din-din-din. Всякая хрень. Меня это удивило. Я подумал, ну как, Озон же не может такой адрес иметь. Ну, по крайней мере, я бы на месте Озона такой адрес не имел. Вот. И тут мы начали переписываться. Так, сейчас мне надо отсюда выйти. Так, сейчас я выйду. Что они там? Ага, они еще ничего не ответили. Все, зависли. Вот. И я, естественно, пишу: ребята, вы слили мою информацию. Они знали мой номер телефона. Они знали мой товар, который я купил. Они знали цену, по которой я купил. То есть все это было у них. У этих, ну, я не знаю, если это не Озон, в кавычках там 2 или в квадрате, а может быть там теневой Озон какой-то, а может быть, ну, может быть, конечно, ушлые парни, которые решили этим заняться, работая в Озоне, потому что не работая в Озоне, мою информацию невозможно получить. Вот, поэтому мне прям очень интересно, чем эта история закончится. Будем смотреть, будем изучать, будем
дальше думать. Ну, а если вы поможете мне распространить это видео, хотя бы поставить лайк, написать свой комментарий, что вы думаете обо мне, или о Зоне, или еще о ком-то, напишите в комментариях. Ну, а если вы еще и поделитесь с друзьями этим видео, то, наверное, об этом узнают другие люди и поймут, что не стоит... Опа! Благодарю за ожидание, продавец уже заблокирован, и продавать на нашей площадке ничего не будет. Вам очень важны комфорт и безопасность каждого клиента. Это пишут каждый раз. Если продавец просит прислать контактные данные, отменить заказ, оплатить его еще раз, используя ссылки, никогда не соглашайтесь. Даже если по ссылке открылся сайт и интерфейс похож на Озон. Ни в каком случае не подайте, не делайте оплату, сразу перешлите сообщение от продавца в чат поддержки. Пожалуйста, обращайтесь с продавцом только через чат Озон. Оплачивать заказы нужно... Так, тихо. Нет ответа на мой вопрос. Конкретный вопрос. Кто слил мои данные? А, как обычно. Все, вот все, они больше не хотят общаться. То есть вот, написали, все, больше ничего не надо. Пожалуйста, обращайтесь с продавцом только через чат и Озон. Оплачивайте заказы только на официальном сайте или приложении, которое скажет, ой, как же я хочу материться-то, а? Ой, не знаю. Ну, я не знаю, может быть, я, конечно, тут как-то все рассказал ломано, но поймите мои эмоции, я вот как-то так вот остался недоволен. Причем я недоволен, естественно, никаким не продавцом, а вот смс я ему отправлял. В смс было написано: «Озон информация, КОС. Из-за ошибки в заказе мы отменили ваш заказ Озон. Чтобы заказать с другого склада по той же цене со скидкой 10%, напишите оператору онлайн». И там была ссылочка. Ссылочка короткая, не спорю. Это, ну, там не было озон.ру, но это и не важно. Ребята, как мои данные попали этим людям? Они знали, повторяю, заказ. Они знали, по какой цене, они знали мой сотовый телефон. На почту мне пришло позже, ну, почту я, наверное, скорее всего, в чате там, когда заходишь по ссылке из СМС, нужно как бы представиться. И я указал свой номер телефона второй раз, я указал свой email, на который они потом прислали email. Давайте я покажу, что пришло на email. На email пришло вот такое сообщение. Понимаю, что все это, все очень смешно и красиво, но обратите внимание, адрес озон.социал. Это сразу понятно, что нельзя иметь, ну это не Озон, это подделка. Ну если б не моя бдительность, то что бы было, куда бы ушли деньги? Я еще раз повторяю, мои данные слили. За это надо, блядь, в очко ебать на. Ой, пи-пи-пи, короче. Ой, ладно, давайте. Всем пока. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Мы там обсуждаем это дело. Мы там многое что обсуждаем. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Пусть все знают о том, что на Озон работают. Может быть и хорошие люди, но среди них есть пидорасы. Их надо иметь. А, ну и посмотрите, личный кабинет, да, вот. Озон.ру, MeOrder, то есть они, естественно, подставляют некоторые данные по официальные. То есть абсолютно официальные, озон.ру. Но это не важно. Важно вот, продолжить, а здесь будет уже... А, давайте я вам пройду на продолжить. Покажу еще, что это страница. А, ну, скриншот я вам показывал. Озон Социал, Мордус. Какой-то Мордус. И потом подмена адреса идет, переадресация. И идет Озон ID, ddin.ru, ddin. Всякая дрянь. Оплатить, пишем курьеру.
фамилия, номер, email, контакт курьера. Даже вот смотрите, ну откуда мошенники узнают мой товар? Ну о чем вы говорите? Вы гондоны, которых надо уничтожать. Все, мне надоело это. Оплатить онлайн. Да, сейчас. До свидания. Простите за эмоции.